Здравствуйте! Приветствую вас на канале HardResetInfo. Сегодня я хотел вам показать, как обойти блокировку паролем на вашем смартфоне Infinix Hot 9. Для начала давайте удостоверимся, что пароль у нас есть, у нас здесь поставлен графический ключ, и мы его забыли. Что же делать в таком случае? Мы зажимаем кнопку блокировки и выбираем перезагрузку. Далее ждем, пока экран полностью потухнет, и начинаем зажимать кнопку увеличения громкости и кнопку блокировки. Видим логотип Infinix, отжимаем кнопку блокировки, тем не менее удерживаем кнопку увеличения громкости. Перед нами выскакивает вот такой вот экранчик, зажимаем кнопку блокировки, раз нажимаем кнопку увеличения громкости и попадаем в рекавери режим, в котором, используя кнопку уменьшения громкости, мы спускаемся к пункту Wipe Data and Factory Reset. Жмем кнопку блокировки, переходим кнопкой уменьшения громкости чуть ниже на Factory Data Reset и снова жмем кнопку блокировки. Ждем, пока все данные удалятся, и далее жмем кнопку блокировки. И ждем, пока наш смартфон перезагрузится. Как мы видим, наш смартфон перезагрузился, и нас приветствует окошко «Первоначальные настройки», а это значит, что пароль мы сбросили. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!